До нашої студії завітали Ізаура Дрім, керівниця проєкту «Гирьовий спорт. Свідома молодь. Майбутнє нації» та Федір Думініка, куратор мотиваційної програми. Вони є представниками ромської громадської організації «Рома України» Темпі Терніпе. Так, і будемо сьогодні говорити про те, власне, як спорт об'єднує молодь, тому що започаткували зовсім недавно проєкт, який зовсім скоро розпочне лише діяти. Так, зараз він лише на стадії підготовки вже до старту. Що це за проєкт, як він виник і чому, власне, виникла така ідея створити його? Давайте, наверное, я начну. Представлюсь, меня зовут Ізаура Дріма. Я представитель ромского общества «Романи Бахт», и также мы являемся представителями ромского общества «Терніпе». Скажу вам честно, эта идея по поводу спорта возникла у меня очень-очень давно. Я давно ее хотела воплотить в реальность и хотела заняться именно спортом, не любым другим каким-то сферам деятельности, потому что очень много ромских активистов, образованных ребят, и они пишут проекты, открывают что-то новое, вводят молодежь в какую-то новую структуру, знаете, меняют их мировоззрение вообще у подрастающего поколения. Но я хотела взять и спорт, потому что никто глубоко так особо им не занимается и не продвигает. А у нас как бы ромская молодежь, в основном ребята, но есть чем работать. Вам более детально расскажет об этом Федя. Він став вашим помічником у цьому в реалізації. Да, 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 конечно. Да. И вот мы этот проект осуществили в реальность, и нам его подтвердили и поддержали нам в этом. Благодаря фонду, Международному фонду возрождения, мы осуществили этот проект в реальность. Взагалі взяти участь в этом проекте может кожен, чи як? Як стати учасником? Конечно, вот я передаю слово. Я немножко хочу добавить то, что какая причина стала того, что мы именно взяли спорт и вот создали такой проект. Мы печальная статистика, да, в городе Николаеве сейчас говорит о том, что молодежь на сегодняшнее время свободное время проводит, распивая там алкогольные напитки, там, употребляя наркотики. У нас в Николаеве, вообще, но мы же живем в Николаеве, поэтому мы для николаевских ребят и разработали этот проект, чтобы сформировать их, чтобы приобщить их к спортивной жизни в городе Николаеве. Вот, чтобы они социальную, общественную деятельность тоже в нее вникли и тоже поучаствовали в ней. И для этого мы позовем тренера, который будет с ними заниматься, проводить тренировки. И ребята, которые будут показывать хороший результат, в будущем они смогут принять участие в соревнованиях, чтобы уже вибрали для себе якусь дорогу, да, в житті. Я знаю, що багато молоді Миколаєва також займається спортом. Як кажуть, хто хоче займатися спортом, так, то і займається, в принципі. Так, і ми поэтому і хочемо, щоб ці ребята, да, стали показателем для нинішнього покоління, для свого покоління, що можна і нужно займатися в свободний час спортом. И не только общественной деятельностью, и делать благие дела в своей жизни. Чому саме такий вид напрямку вибрали? Чому саме гирьовий спорт? Потому что мы думали о том, чтобы менее травмоопасен был спорт. Да? Мы не думали о боевых искусствах, потому что высокая травмоопасность. Да? Вот. И так же само, допустим, пауэрлифтинг, если взять, то это будет там работа с большими весами. Гиревой спорт, во-первых, он гармонично развивает тело и дух, да, дисциплину, и также работа с небольшими весами. Вот поэтому, в принципе. Якщо повернутися до мого запитання, на рахунок того, хто може взяти участь у цьому проєкті взагалі? Так, ми беремо ребят, починаючи з 12 років до 18,
ромские и украинские ребята, потому что одной из целей нашего проекта это интеграция ромов с украинскими ребятами, чтобы они наладили контакт, чтобы развеять какие-то мифы про ромов, что, ну, я думаю, не буду их озвучивать, и все и так знают, о чем мы говорим. Они сами убедятся, что ромы дружелюбный, искренний народ, и мы готовы к коммуникации, и всегда принимаем к себе каких-то новых людей. И поэтому мы хотим, чтобы была, знаете, дружба народов, чтобы не было никаких мифов и стереотипов. Надо как-то этот барьер разрушать, потому что ромы, они, знаете, привыкли всегда быть в своей среде. И выходить оттуда они боятся, у них есть какие-то комплексы, что вот я пойду, вот допустим, даже в тот же зал, там что-то пропадет и скажут, что это ром. Я лучше буду там среди своих ребят, и все, и на этом закончится. А мы вот разрушим хотя бы чуть-чуть, хотя бы пытаемся мизерную какую-то часть разрушить этих стереотипов и думаем, что у нас это получится, так что мы ждем ромских и украинских ребят к нам записываться в проект и приходите к нам в зал тренироваться, это будет абсолютно бесплатно для них, у них будет такая возможность ходить и заниматься с тренером, ездить на соревнованиях, участвовать в этих соревнованиях, получать какие-то достижения, мы в них верим, мы знаем, что у нас ребята самые-самые лучшие. Я знаю, що в рамках цього проєкту буде не лише заняття спортом, а й багато різноманітних тренінгів і навіть обговорення різних фільмів, так? Угу. Що це будуть за тренінги? Звісно, у нас на протяжении проєкту ми проведемо 8 тренінгів. На этих тренингах могут быть абсолютно все желающие. Кто желает посетить тренинги, вход свободный. Мы вас с нетерпением ждем. Приходите к нам, и вы узнаете очень много больше. Это тренинги... За фишу, так? Да, у нас есть страница в Инстаграме. Мы ее разрабатываем. Подписывайтесь на наш Инстаграм. И следите тренинги, за... Какая тема будет основная? Тема, конечно же, правозащитная и дискриминация, мотивационная. Историчная. И, конечно, без этого никак, потому что без истории, знаете, нет нации вообще абсолютно. Поэтому, и самое главное, конечно же, права человека. Каждый человек должен знать свои права как человек и как гражданин той страны, где он проживает. Поэтому нужно посещать эти тренинги и знать, и вводить их немножечко в саму тематику этого, понимаете? Вот поэтому мы и взяли не только спорт, да, еще и, потому что спорт, да, он дает дисциплину. Да, то есть еще и, да, образовательный такой направление взяли тоже. Это очень важно. Не только в спортивном направлении двигаться, но и чтобы у ребят, которые будут участвовать в проекте, была возможность выбрать в дальнейшем, где бы они хотели бы развиваться. Поэтому мы и с историей ромов, и познакомим их с ребятами, которых мы пригласим, которые тоже общественной деятельностью цыганской занимаются, чтобы они рассказали о себе, как они начали заниматься общественной деятельностью, какие уже у них есть достижения. То есть, чтобы наши участники нашего проекта как бы смотрели на них как на показатели, стремились к тому же, что и делают они. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що розповіли про такий чудовий проєкт, який об'єднує людей, об'єднує молодь і спонукає їх розвиватися далі, дізнаватися все більше із світу спорту. Бо, як так кажуть, спорт допомагає жити, і спорт покращує нам здоров'я. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Ізаура Дрім, керівниця проєкту «Гирьовий спорт. Свідомо молодь. Майбутнє нації» та Федір Домініка, куратор мотиваційної програми. Дякую вам ще раз, що ви до нас завітали. Thank you.